Всем привет! Сегодня 20 марта и с вами вновь Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Не бывает радости без слез, не бывает дыма без огня. Елена Ваенга в Казани. Она может петь все, что угодно. Русский романс, рок-музыка, боссанова, соул и фанк. Но всегда четко следует главному принципу – если петь, то только вживую. В очередной раз один из золотых голосов России зарядит публику своей неповторимой энергетикой. «Лестница любви». Обычная история. Любящие друг друга парень и девушка решили подать заявление в ЗАГС, но не предупредили об этом никого, решив, что это не обязательно. Но вскоре эта новость становится известной всем, а главное – родителям, которые вовсе не рады предстоящей свадьбе. К счастью, заканчивается спектакль хорошо. Интересный намечается вечер, не правда ли? Также хочу вам посоветовать романтическую комедию в двух действиях. Смотрим! Спектакль «Пигмалион». Профессор фонетики мистер Хиггинс практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл и заключает со своим новым другом, полковником Пикерингом, пари, по которому профессор должен сделать из невоспитанной оборванки настоящую леди и вывести ее в высший свет. Искрометный юмор Бернарда Шоу, интрига, любовный треугольник, обстановка и общество старого Лондона, блистательная игра актеров не оставляет равнодушными никого. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!